скажу. Косплей стенка номер 7. Казбенд, фруктовый, лось, фриарт и потапон. В Японии существует группа людей, которых называют хикикомори. Это несчастные и одинокие люди, отрицающие общество и жизнь в нем. Молчит телефон, это не одиночество, это плохие друзья. Когда ты слышишь, как тикают часы, это не одиночество, это много свободного времени. Когда некого ждать, это не одиночество, это пессимизм. Когда воруешь кусочки чужой жизни, чтобы наполнить свою, это не одиночество, это неуверенность в себе. Когда ты плачешь целыми днями в пустой квартире, это не одиночество, это депрессия. Когда ты никому не нужен, это не одиночество, это самообман. Одиночество – это то, что мы сами придумываем, когда нам никто не говорит три простых слова. Я люблю тебя. Чем все мои домыслы, я не понял.
надеемся найти свой идеал. Мы стремимся соответствовать ему, стать умнее и щедрее, богаче и красивее. Мы верим, желаем, ждем, и однажды любовь приходит. Трагедия хикикомори актуальна не только для Японии. Это проблема для всего мира. И мы верим в то, что с каждой зажженной нами свечой станет на одного одинокого человека меньше.